Как же я устал ждать боевой пропуск, вот бы что-нибудь помогло мне скрасить ожидания. Так ведь есть Epic Loot со своим Summer Battle Pass'ом. Выполни все 60 квестов и получи гарантированный дека-хук, а на 15, 30 и 45 левеле забирай случайную аркану. Только для зрителей этого канала. BP Helper по ссылке в описании ты можешь получить бесплатно, а не за 500 рублей. Мало? Лови бесплатный временный режим «Охота за сокровищами». Дойди до сокровищ за 4 хп и забери награду и мега-сундуки с топовыми шмотками за сделанные шаги. Играть в режим можно раз в час бесплатно. Ссылочку на все эти плюхи я оставил в описании к ролику. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек хп в Treasure Hunter. Писят и спаты. Ну ладно, короче, я не знаю, что вам рассказать. Я врубил так время убить немного. Перед тем, как поебаться. И наварить дохуя кэша. И че еще? А, и сесть в Феррари и поехать далеко-далеко. Вот. Заправщик так много получает. Вы такие ебланы на самом деле. Ну, вообще пиздец, короче, забейте. Тихо. Может какой-то адекватный человек, вот из вас 700 людей, объясните мне причину того, что у меня в чате челы, которым по 12 лет. Такого не было. Ну, я точно помню, что такого не было. Когда настал тот момент, что у меня в чате вот эти особи? Я что-то вообще не уловил, я даже не помню... вот этого переворота, так называемого. ну вообще да, maybe. Maybe за 600-часового стрима там же вообще все были, ну... А, то, ой, в плане, ой, блядь, что? Как ты сказал? Я сейчас не уловил прикола, это ж, ну, я прочитал в чате. Что? Не понял. Так к чему? Это про меня что-то ты написал? Ну вот. Вот смотришь, что чел пишет, я твою маму ебал еще когда не родился. Это же пиздец. Ладно, на самом деле это немного даже смешно. Что за хуйня, блядь? Да, блядь. Ждите, я пасту прочитаю. Как же хочется схватить... Блядь. Как же хочется схватить тебя прямо посреди... Все. Как же хочется схватить тебя прямо посреди класса, повалить на парту резким движением, сорвать юбку вместе с трусами, чтобы с лица моментально исчезла эта ухмылка, ебать. Не, это пиздец, я не могу.
Жаль, что ты живешь до тысячи тремя тысячами вражками. Потом знаешь, как обычно бывает у таких выблядков, выходишь из доты и смотришь на свои обои, ободранная мать, 40-летнюю кассиршу пятерочки и включаешь аниме на своем ПК за 30 тысяч. Жаль, ты живешь до тысячи четырьмя тысячами вражкой. Потом знаешь, как обычно бывает у таких выблядков. А, стоп, это два в одном. Ладно, все. Вы меня заебали, вы уж не смешные, короче. Вы, спасибо, что повеселили меня. Это впервые в жизни, когда я зашел и ну, немного посмеялся с вас, долбоебов. Я пошел заниматься делами. Ну, типа, у меня бизнес, вся хуйня, там, продвижение, блять. Женщины, блядь, ну, ебать каждую надо сейчас будет, ну, блядь, заебалась уже, ну, ребят, ну, войдите в положение тоже, да, как бы все мы люди, ну, ну точнее, я человек, а вы, сука, блядь, ебланы, нахуй. Ну, я любя на самом-то деле. Все, всем бы-бы, я пошел. Так, что там у нас? Ах, новая НФС ушла на золото. И по соседству даже затесался обзорчик от Ильмана Гусейнова, где он, среди прочего, рассказывает про официальные дневные гонки и неофициальные ночные. Да, по сути, Need for Speed Heat — это две игры в одной. Но, как говорится, старый друг лучше новых двух. А поэтому верните мне мой 2005-й. Как и кто это мог позволить? Ах, да, Ильман, я... Позволь спросить, я как раз говорил про твой новый обзор и... А вопрос? Да, конечно. Ты, надеюсь, не против, что я повторил твою фишку с музыкой и переходом? Против, но... Осади до отказа. Да всего один раз, просто очень хорошо на видеоряд ложится. На Стоп Геймру не принято портить малину Эльману Гусейнову. О, господи, всего-то пару раз в тренды вышел, уже сколько гонора. В смысле, пожалуйста, Эльман, мне это действительно нужно. Если нужно, то можно. Спасибо. Тем более, что вы, дорогие зрители, уже давно просили гоночную игру. Жесткая вас. Я не знаю, но это уже как классика, я не знаю, но это типа без этого никак. Все бы.